полугодовой запас пиццы за подписку на газету. Бобруйское житё назвало имя обладателя вкусного приза. Итоги подвели в эфире самого сладкого радио страны. Розыгрыш проходил среди читателей, которые оформили подписку на второе полугодие в редакции. Победителя выбрали случайным образом. Вытянули фамилию и адрес из стеклянной вазы. Журналисты БЖ наведались в гости к победительнице, чтобы лично вручить приз. Сертификат на полугодовой запас пиццы от Суши Шоп. Это 26 штук. Очень приятно, мы вас знаем, и очень приятно, что именно вы стали нашим победителем. Это так неожиданно. Вы вот пришли, и я узнала, это для меня неожиданность, это для меня сюрприз такой большой. Для меня радость это, конечно. Люблю всех журналистов, которые пишут статьи, которые все. И мне я все это читаю, перечитываю и... Ну и люблю эту газету. Раиса Раченко выписывает «Бобруйское житё» 70-х годов. Все 40 лет женщина от корки до корки читает каждый номер газеты. Больше всего любит социальные темы, статьи про экономику. Я очень рада на самом деле, то, что именно этот человек выиграл эту пиццу, потому что на самом деле это наша старейшая подписчица.